Я стукаюсь о стол, а шкафа острия. Четыре метра ежедневно мерь. Не тесно здесь, в отеле Истрия. На коротышке рок-н-пэн премьер. Мне жмет парижская жизнь не про нас. Бульвары тоску рассыпай. Направо от нас бульвар Монпарнас. Налево бульвар Решпе. Хожу и хожу, не щеня каблука. Хожу и ночь, и день не я. Хожу трафаретным поэтом, пока в глазах не станут видения. Туман парикмахер, он делает гениев. Загримировал одного бородой. Добрый вечер, мистер Тургенев. Добрый вечер, мадам Бердо. Пошел, за что боролись. Рудин, а вы меня возьми, подпальни. Не их разговор, эмигрантский нуден. Юркаю в кафе, обскульни. Да, это он, вот она сова. Не тронул великого тлен. Приподнял шляпу Каменкова. Шелкамерат Варлен. Откуда вас знаю? Вас знают все. И вот довелось достукаться. Лет 40 вы тянете свой абсент. Из тысячи репродукций. Я раньше вас почти не читал. А нынче вышла из моды. И рад бы прочесть. Не поймешь ни черта. По-русски дрянь переводы. Не злитесь со мной, должно быть, и вы знакомы. Лишь понаслышке. Поговори по пустякам путевых. О нашинском ремеслишке. Теперь плохие стихи труха. Хороший себе дороже. С хорошими я свои потраха сложил под забором. Бумаги гладь оплевая, пером концом губы. Поэт, как блять рублевая, живет словцом любым. Сегодня рад. Какая это громада. Вы чуете слово. Пролетариат. Ему грандиозное надо. Из кожи надо вылазить тут. А нас к журнальчикам премий. Поймут, что поэзия труд, что место нужно и время ей. Задание дано. Закусли поэты други. Поймите ж, лицо у меня одно. Одно лицо, а не флюгер. А тут и гус отверзает уста. Вопрос не решен. Который поэт? Так ведь это ж просто кустарь. Просто кустарь. Из мотора пера такому язык вонзи. Ты врешь, еще не найден бензин, что движет сердец кусками. И тебе нельзя замешать на воде. В воде отсыреет идейка.
чему надо идти серьезней. Недооценили их мы. Поэты, пока здесь, пока не поздно, во всех от глагольных рифмах. У нас поэт события берет, спишет вчерашний гол. А надо рваться завтра вперед, чтоб брюки трещали в шагу. В садах коммуны вспомнят о барде, какие птицы зальются им. Что будет света, товарищ Вардин, развистывать свои резолюции.